Привет, ребят! Меня зовут Наталья, вы находитесь на канале Наталья Травел. Мы отдыхаем в отеле Росомар Спа, Лорет де Мар, и пришли на обед. Уже обед заканчивается. Через 15 минут, ну что-то я как-то этот раз прям в последнюю минуту, что на завтрак, что на обед, что на ужин. Там хлебушек. Ну, сейчас обед заканчивается, но начнутся через час, мне кажется, снакс. То есть тут опять будут пиццы, бургеры, закуски. Супчики. Холодные закуски. Тут фрукты, сладости. Как вы видите, выбор не такой уж прям мега огромный, но все есть. Все очень вкусно, постоянно все докладывают, нет такого, что пришли в последний момент и уже ничего нету, то есть супер. Отель понравился, местоположение тоже отличное, так что вон, солнышко светит, так что приезжайте, мы тоже прилетим.